Ну, вот лепешки, они такие жесткие, только размачивать. Красота. 5 ноября 2019 года, вторник. С приездом! Надежда Васильевна пришла. Ой. Слава тебе, Господи. Слава тебе, Господи. Жива, теперь здоровая. Нам легче будет тут. По вашим молитвам святым. Ну да. Ты на 25 дней позже вернулась. Так у меня там работы было сколько много. Ну ладно, сейчас будем молиться. Это я так. С лепешками. О, с лепешками. Теперь Нянила-то нам не стряпает, надо знать, кто будет стряпать, с тобой договариваться будут. У тебя так, там Володя будет. А у меня печки нет. Все сделаем, все сделаем. А может, у Татьяны на дому будем.